А давайте сделаем брак для миссис Заски в виде туалета. Так, кладем эту голову сюда. О, Мисси идет. Схожу-ка я в туалет. Скибиди-дам-дам-дам, я съест, скибиди-дам-дам-дам. Ребята, знаете, я на самом деле думаю, что это просто гениальная идея сделать для Мисси такой пранк со скибиди-туалетом. Тем более, мне кажется, что она довольно-таки сильно напугается. Так, давайте позвоним всеми нашей любимой Мисси. Так, мне интересно, она мне собирается открывать дверь или нет? Но я, понятное дело, я ворвалась в ее дом уже без ее разрешения. Ну, зачем мне ждать ее? Мне просто интересно, она вообще реагирует, типа, на то, что ей, знаете, звонят в дом. Кто тут находится? И зачем ты меня кидаешь в капкан? Зачем я тебя кидаю в капкан? Ну, не знаю, заслужила. Ну ладно, хорошо. Так, давайте мы ей подкинем под ноги этот капкан. А успеешь вписаться и поставить лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Молодец! Ой, как больно! Все, так, ребята, знаете, так как я уже ей закинула капкан под ноги, значит, мы уже можем спокойно идти. И знаете, мне на самом деле нужно что-то с этим делать, потому что мне правда, знаете, очень хочется, ну, уже, как бы... сделать пранк со скибиди туалетом свести. Поэтому так, что же нам нужно? Давайте мы с вами везде посмотрим всякие разные предметы в доме у Мисси и тогда. О, смотрите, это же вантус. Видите, туалет, ну там нету головы, хорошо. Может быть, знаете, если я возьму вантус, то... О, не возьму я его. Я его сломала только что, ребята! Я у Мисси нахожусь дома буквально пару минут, и знаете, я и уже тут все разгромила. Ну как, не все разгромила, а сломала, допустим, вантус. Да, ну это самое нужное вообще, наверное, думаю, что может быть. Так, хорошо. Как мне починить вантус? Вообще, на самом деле, я думаю, никак. Но, знаете, я предлагаю найти нам скотч. Мисси, где у нас лежит скотч? В смысле у нас? Это вообще-то мой дом. Ну хорошо, я знаю на самом деле лучше тебя. Она находится вот тут в... вот тут внизу, в чердаке. Не, чердак это то, что верхнее вроде. Ну ладно, хорошо. Просто мы с вами спустились только что и достали... Ну давайте с чердака назову. С чердака скотч. Ой, что ты меня бросила? Что? Это танец Венсды? Ой, нет! О, dance, dance, dance with my hands, 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 no, oh, Jesus, save. Боже мой, ребята, просто вы видели? Мисси ни с того ни с сего начала танцевать танец Венсды, видите? Мы, то есть, ей подкинули вот эту зельку, и она все еще стоит, танцует эту Венсды. Да, ребята, на самом деле, я ожидала от Мисси все, но не это. Так, хорошо, ой, так, хорошо. Вот смотрите, так как у нас есть скотч, мы с вами можем спокойно сейчас заклеить. Давайте мы с вами заклеим вантус. Вот так. Отлично, все. И теперь давайте мы с вами возьмем этот вантус и попытаемся посмотреть, есть ли вообще там скибиди туалет. А где скибиди туалет? Что? Только что из этого туалета выпал ключ. Интересно, и для чего? От чего же он? А то, смотрите, не часто ты будешь замечать, когда у тебя из туалета просто выпрыгивают такие ключики. Так, еще тут и подушка. Это какая-то новая подушка вести. Ну, давайте возьмем на всякий случай. Знаете, сейчас мы с вами просто будем набирать вещи, а потом решать, что нам с ними делать. Потому что это подушка, не знаю. Так, хорошо. У нас еще тут что-то есть на заднем дворике. Мисси, ну да, ничего себе, какой задний дворик с бассейном. Так, смотрите, это что, гнездо? У Мисси еще дома появилось гнездо? Значит, оно тут, наверное, не просто так. Слушайте, а у меня есть идея. Так, первое, что мы с вами сделаем, давайте... да, эта идея не получилась, хорошо. Тогда давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Положим вот сюда подушку нашу. Как раз таки, и вот там увидели с вами рогатку. Давайте мы с вами прицелимся в это гнездо. И посмотрим, что там в этом гнезде, но... Знаете, я сделаю так, чтобы все было нормально. О!
Подождите, из гнезда только что что-то выпало. Подождите. Это что, флешка? Ребята, что делает в гнезде флешка? Это единственное, что меня, знаете, ну как бы... Для меня это как бы немного странно, чтоб в гнезде лежала флешка. А может быть там есть какой-то вирус? А может быть там вирус кипятит туалетов? А это довольно-таки интересно. Ведь, знаете, интересно реально, что на этой флешке она не может просто так лежать, значит, что-то, знаете. Ой, а что смести? Что ты делаешь? О, боже мой, ребят, вы видели? Я только что ей дала какое-то зелье, я не знаю. Она взяла вообще какую-то, ну, какую-то коробку, и ее начали чем-то поливать. Это, конечно, странно. Так, мы говорили с вами про флешку. Если она лежала в гнезде, значит, это не просто так. Значит, возможно, там есть что-то ценное. А может быть, есть вирус скибиди туалетов. Блин, ребята, я точно знаю, что у Мисти есть компьютер. Ну, компьютер-ноутбук. О, нет, Мисти сюда бежит. Да ну, ребята. Ладно, хорошо, я выпью пока что газировочки, чтобы освежиться. Так, а мы с вами зайдем в эту комнату. Давайте мы с вами... Я предлагаю нам закрыть как-то двери. Нет? А Мисти все еще интересно за мной побежит. Так, надеюсь, нет. А, ну... А где Мисти? Я просто не хочу похвастаться своей новой флешкой. Где ты? Я же тебя все равно найду. Да ты меня найдешь, конечно, 100%. Так, хорошо. Да, ну, Мисти, ты все еще тут? Мисти, что, на меня вообще перестала реагировать? Она, видимо, знаете, как решила сделать? Типа, она сейчас меня игнорирует, потом пройдет мимо и, знаете, мне что-то сделает. Что? Я опять танцую танец Вензы? Я только не это! Да какой танец Вензы, Мисти? Ты что-то постоянно путаешь. Это ты просто обычно танцуешь. Не беспокойся! Просто, знаете, Мисти настолько не любит танец Вензы, что даже не знаю... Так, хорошо, ну и где ноутбук Мисти? Я его просто найти не могу, я-то знаю, где он находится. О, так подождите. Мы вместо ноутбука нашли с вами какую-то коробку. Может быть, мы этим ключом попробуем открыть? Да! А в этой коробке как раз-таки лежал ноутбук Мисти. Так, хорошо, давайте с вами возьмем эту флешку и ставим... Ой. Кажется, тут правда был вирус. Ребята... Интересно, а что случилось с этим ноутбуком? Представляете, сейчас Мисти открывает, и там у нее из ноутбука вылезает скибиди туалет. Да, хорошо. А теперь что нам надо сделать? Мы нашли с вами один ноутбук. А теперь нам нужно загрузить... Или мы скачивали? И что ты делаешь, Макдоми? Я тебе сколько раз говорю, не приходи сюда! Ой, Мисти, да не будь ты такой злой! Ребята, вот я не понимаю, получается, что мы сделали с первым ноутбуком. То ли мы выгрузили, получается, вирус, то ли мы загрузили вирус. Но давайте с вами еще найдем какой-то способ, чтобы скачать, получается, этот вирус. Так, Мисти же, надеюсь, тут нету? Так, вот, офис. Вроде в офисе должно быть. Да, а вот и ноутбук. Все, ребята, сейчас будет все. Так, пароль это дата ее дня рождения. Я что, помню, будто когда дата, ну, когда день рождения Мисти? Мне вообще, знаете, нет предположений даже, я не помню. Хорошо, значит, нам нужно, знаете, что сделать? Найти какую-нибудь открытку. Открытку там, знаете, из дня рождения, это будет просто, ребят, ну... Лучший вариант для нас. О, да ну, ребята, подождите. Давайте мы с вами закроем двери. Видите, вот тут как раз-таки у нас есть открытка. И так, 06062020. Хорошо, теперь я знаю пароль Мисти 06062020. Все, замечательно, ребят, теперь... Мы с вами можем уже идти к ноутбуку, разблокировать его и вставить нашу флешку. Ой, как весело-то будет, я уже представляю. Так, хорошо, Мисти пока идет в другую сторону, я предлагаю нам уже зайти... Аккуратненько только, аккуратненько зайти нам в офис Мисти. Так,
Мисси уходит от нас, отлично. Теперь давайте мы с вами закроем на всякий случай двери, потому что она может меня заметить просто с открытыми дверями. Так, 06.06.2020. Все, добро пожаловать, как нам написали. И теперь, ребята, мы сможем с вами спокойно вставить флешку. Все, а теперь нам нужно, ребят, убегать, пока Мисси нас не запалила. Потому что если она запалит, что я и скачала какой-то вирус. Вирус кипяти туалетов, то, ребят, знаете, она будет, мне кажется, не очень рада. Ведь это вирус кипяти туалетов, просто представьте. Так, давайте с вами возьмем лестницу и залезем на крышу, потому что, знаете, ну, это лучший вариант убежать от Мисси, потому что мне, знаете, не, ну, мне не хватит времени, чтобы вообще убежать со всей ее территории. Схожу-ка я в туалет. Скибиди-доп-доп-доп, yes-yes, скибиди-доп-дип-дип, доп-доп-доп, yes-yes, скибиди-доп-дип-дип. Нет! Откуда в моем доме скибиди-туалет? Скибиди-туалеты, отстаньте от меня! Я же вам ничего не сделала! Нет! Ребята, вы просто видели, как за Мисси погнали скипяти туалеты? Это было на самом деле так смешно и так забавно. О, куда это Мисси собирается? Так, какое же мне платье надеть? О, сегодня я стану Барби. Осталось только сделать макияж, как у Барби. Наконец-то я выиграю в конкурсе красоты. Мисси хочет стать Барби? Ребята, знаете, я представляла, наверное, абсолютно много, но не то, что Мисси хочет стать Барби. Ха, да, мне тоже смешно. Как я смогу стать Барби? О, боже мой, это, наверное, самое смешное, что со мной могло произойти. Мисси, хватит смеяться, ты на этом на полном серьезе говорила. Ребят, знаете, что меня еще поражает? Что надо же платье, как у Барби, выбирает. Но знаете, макияж, как у Барби, мне кажется, у нее далеко не получится. Хотя, ну не знаю, не знаю. Так, хорошо, смотрите, Мисси у нас пока ходит по первому этажу. Я предлагаю нам... А, да, конечно. О, что это? Странно. Хорошо, а вот и Мисси. Да ну, ребят, почему Мисси вот гонит, где и хожу я? Мисси, ты что, за мной следишь? Ты что хочешь, чтобы я тебя не прыгала? Мисси, я все равно так и так тебя буду прыгалать. Все, так давайте. О, я и прям перед носом закрыла двери. Надеюсь, она сюда не пойдет. Ты думала, что я тебя не замечу? Ты думала, что я сюда не пойду? А я пошла. Да, ты пошла и в итоге спалила меня. Так, смотрите, это получается косметика, которую Мисси подготовила, чтобы накраситься как Барби. А вот, ребята, и смотрите, тут как раз и будет проходить конкурс. Конкурс красоты, видите, такой пьедестальчик, все такое. Блин, на самом деле это очень-очень красиво. Знаете, это, наверное, детская мечта Мисси, знаете, там, пройтись как Барби. Это что, типа в коробке Барби стоит? Боже, да мне кажется, эту Барби бы никто не покупал. Ведь это, ну, Барби Мисси, ребят. Ну, что может быть еще хуже, чем это? И вот видишь, я тебя опять поймала. Ну и что, Мисси, поймала, да меня и поймала. Что в этом такого? Так, хорошо. Мы с вами, смотрите, идем вот сюда. Так. А где Мисси? А, на втором этаже, все. Мы можем с вами расслабиться. О, ребят, подождите, а что это? А, ребята, посмотрите, мы с вами нашли черную помаду. Черную или черную помаду или красную помаду. Все равно ни черная, ни красная, это не оттенки Барби. Может быть, еще красный, когда данный у Барби розовые губы. Как бы не розовые помады, розовые губы, нежели красные. Так, хорошо. Первое, что мы с вами сделали, это мы... Точнее, первое, что мы с вами сделаем, это подменяем полностью косметику Барби. Ой, Мисси, чтобы она точно не становилась Барби, видите? Мы вместо светленькой, такой, светло-розовенькой такой помады поменяли ей на ярко-красную помаду. Так, что же мы с вами еще найдем? Смотрите, здесь мы с вами нашли... вот это такую пудру получается... Это коричневая пудра, вы понимаете? Ну, Мисси у нас довольно-таки светленькая.
И поэтому, знаете, ей такая темная пудра ни к чему. Она просто, знаете, она себе все испортит. Абсолютно все. А, так это вообще белая пудра. Это белая пудра, ребята. Это еще хуже будет. Да. Так. А вот это лом, чтобы ей лицо еще лучше сделать. Так, нет, на самом деле нам осталось самое последнее. И самое последнее, что это будет, это, ну, получается, у нас там лежал спонжик. И нам нужно где-нибудь найти какой-нибудь, знаете, такой очень-очень плохой спонжик, знаете, который не меняли там полгода, который уже там, ну, не знаю, просто плохой спонжик. И кто там хулиганит опять? Мисти, ты можешь угадать с первого раза, твоя самая любимая ученица? Да, ты уверена, что ты моя самая любимая ученица? О, нет! Моя нога! Так, все, ребята, знаете, я хоть и даже и кинул капкан под ноги, но Мисти просто, она не останавливается, в ней столько много энергии, что будто она готова со мной бежать и бежать. Так, видите, мы, получается, начали ходить по комнатам, и она нас уже потеряла со взгляда. Поэтому, знаете... Нам нужно уже находить... А, ребята, все, я нашла! Видите, это плохой спонжик! Все, это единственное, ребят, что нам остается подменять. О, нет, ребята, мне кажется, или Мисти идет именно в ту комнату. Мне нужно прийти раньше, чем сделает это она! Так, теперь давайте заходим в комнату. Нет, ребята, мне кажется, она уже зашла. Да, она зашла. О, а это, кажется, начался конкурс красоты. У нас есть первая претендентка, вторая претендентка и, конечно же, всеми любимая Мисти. Сейчас я только накрасюсь, чтобы быть еще красивее. Все, теперь я действительно неотразима. Вау, Мисти, сегодня такая красотка. Поздравляю Мисти с победой в конкурсе красоты. Блин, ребята, все же я не успела подготовиться полностью, ведь нам далось достаточно времени, чтобы все это сделать. Сейчас, ребята, нам остается только все подменять, потому что мне на самом деле очень интересно, какая будет реакция. И когда, знаете, мы ей полностью, ну, испортим макияж. И, ну, просто представьте. Так, ну, Мисти, я что, с тобой должна играть в догонялки? Ага, конечно, еще чего. Так, давайте мы с вами закрываем двери. И сейчас, ребята, остается только подменять абсолютно всю косметику. Так, вместо светленькой помады мы выбираем красную, бордовую такую помаду, белую пудру и, естественно, самый худший просто спонжик, который вообще может быть, который не мыли там, не меняли просто, знаете, разорванный весь вообще. Им же вообще нереально краситься. Интересно, Мисти заметит или нет? Ладно, а мы пока что, ребят, давайте свою, ну, как бы, просто начнем валить отсюда, потому что если нас спалит Мисти, ребят, то я не знаю, что со мной будет. А то уже, знаете, хоть и Наид мне уже оценки за это плохие ставила. О, а это, кажется, начался конкурс красоты. У нас есть первая претендентка, вторая претендентка и, конечно же, всеми любимая Мисти. Сейчас я только накрашусь, чтобы быть еще красивее. Все, теперь я действительно неотразима. Мисти, что с твоим лицом? Это так смешно! У Мисти лицо, как у клоуна! Что? Что с моим лицом? Я не Барби, а какой-то клоун! Нет, я ж так много старалась! Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Но видео, ну а пока, переходите на следующее мое видео. Увидимся там!